Приветствую всех, кто встречает новый день с нами. В эфире «Вести утро», Кабардино-Балкария, в студии Лейла Махова. Сегодня в КБГУ открывается 10-я выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа. Ее приурочили ко Дню российской науки, который отметят в ближайшее воскресенье. Тематика представленных проектов довольно широка. Это нанотехнологии, инновации в медицине, сельском хозяйстве, строительстве и промышленности. По итогам будут отобраны победители в 5 номинациях: лучшая инновационная идея, проект, продукт, презентация и лучшая бизнес-идея. На форум пригласили руководителей научных организаций, промышленных предприятий, образовательных учреждений, а также потенциальных инвесторов. «Диалог культур в пространстве Кабардино-Балкарии» – так назвали круглый стол, который состоялся в Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований. Встречу посвятили году литературы и неделе науки, которая сейчас проходит в республике. Организовал дискуссию Совет молодых ученых института. Студенты, аспиранты и маститые филологи Кабардино-Балкарского госуниверситета и самого института говорили о значимости межкультурного взаимодействия в современном мире. Каждая культура может полнее и глубже понять себя, может быть, посредством другой культуры, или глядя на себя глазами другой культуры. И процесс вот этого культурного многоголосия, он является естественным, нормальным и плодотворным. И чем больше участников диалога, тем богаче эта культура. Однако, по мнению участников, в ходе диалога важно не растерять уникальность и самобытность каждого народа. Здесь же состоялась презентация работ молодых ученых. «Мы не были на той войне». Всероссийскую акцию, приуроченную к 70-летию Великой Победы, поддержала Общественная палата Республики, сообщили в пресс-службе организации. Цель акции – создание цифрового архива и многочасового слайд-шоу из фотографий участников Великой Отечественной. Материалы будут собираться по регионам, снимки военные и послевоенные можно направить до 15 февраля в Общественную палату КБР. Их необходимо сопроводить информацией, кто изображен на фото и когда была проведена съемка. История может быть написана от имени участника событий или членов его семьи. В ней нужно рассказать о самом герое, его фронтовом пути и деятельности в послевоенные годы. Народный артист СССР, а в военные годы начальник штаба стрелкового полка Владимир Этуш. Сегодня в эфире ГТРК «Кабардино-Балкария» смотрите передачу «Земляк. Волею судьбы», посвященную выдающемуся российскому актеру. Запомнившийся зрителю по таким культовым кинолентам, как «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Три мушкетера», Этуш известен еще и тем, что в годы Великой Отечественной участвовал в освобождении Кавказа, в том числе в боях за Курбские высоты. Эксклюзивное интервью с артистом смотрите сегодня на нашем канале в 19 часов. Около 100 экспонатов из Санкт-Петербургского музея восковых фигур и кунсткамеры Петра I представлены в Республиканском национальном музее. В России искусство изготовления восковых фигур зародилось именно при Петре Великом. В советское время оно было утрачено, и лишь в конце 80-х в Ленинграде его начали возрождать. Сегодня в коллекции музея восковых фигур около 3000 персонажей. В зависимости от сложности, на создание одной фигуры уходит от месяца до нескольких лет. Экспозиция в Национальном музее заинтересует зрителей разных возрастов, уверены организаторы. Немножко сказочных, мифических персонажей. Это исторические личности, это артисты. Собраны интересные экспонаты, такие как Ушаков, как Шекспир. Вот, Леонардо да Винчи, детская тематика, Человек-паук, там, Шрек, более известные мультики наших годов, это «Ну, погоди». Среди экспонатов кунсткамеры фигуры людей, которые пришли в этот мир не похожими на других. Здесь также наглядно представлены последствия увлечения алкоголем, табаком и наркотиками. Продлится выставка 2 месяца. К этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующем. Не переключайтесь. Приветствую всех, кто встречает новый день с нами. В эфире «Вести утро», Кабардино-Балкария, в студии Лейла Махова. Сегодня в КБГУ открывается 10-я выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа. Ее приурочили ко Дню российской науки, который отметят в ближайшее воскресенье.
Тематика представленных проектов довольно широка. Это нанотехнологии, инновации в медицине, сельском хозяйстве, строительстве и промышленности. По итогам будут отобраны победители в 5 номинациях: лучшая инновационная идея, проект, продукт, презентация и лучшая бизнес-идея. На форум пригласили руководителей научных организаций, промышленных предприятий, образовательных учреждений, а также потенциальных инвесторов. Диалог культур в пространстве Кабардино-Балкарии. Так назвали круглый стол, который состоялся в Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований. Встречу посвятили году литературы и неделе науки, которая сейчас проходит в республике. Организовал дискуссию Совет молодых ученых института. Студенты, аспиранты и маститые филологи Кабардино-Балкарского госуниверситета и самого института говорили о значимости межкультурного взаимодействия в современном мире. Каждая культура может полнее и глубже понять себя, может быть посредством другой культуры или глядя на себя глазами другой культуры. И процесс вот этого культурного многоголосия, он является естественным, нормальным и плодотворным. И чем больше участников диалога, тем богаче эта культура. Однако, по мнению участников, в ходе диалога важно не растерять уникальность и самобытность каждого народа. Здесь же состоялась презентация работ молодых ученых. «Мы не были на той войне». Всероссийскую акцию, приуроченную к 70-летию Великой Победы, поддержала Общественная палата Республики, сообщили в пресс-службе организации. Цель акции – создание цифрового архива и многочасового слайд-шоу из фотографий участников Великой Отечественной. Материалы будут собираться по регионам, снимки военные и послевоенные можно направить до 15 февраля в Общественную палату КБР. Их необходимо сопроводить информацией, кто изображен на фото и когда была проведена съемка. История может быть написана от имени участника событий или членов его семьи. В ней нужно рассказать о самом герое, его фронтовом пути и деятельности в послевоенные годы. Народный артист СССР, а в военные годы начальник штаба стрелкового полка Владимир Этуш. Сегодня в эфире ГТРК «Кабардино-Балкария» смотрите передачу «Земляк. Волею судьбы», посвященную выдающемуся российскому актеру. Запомнившийся зрителю по таким культовым кинолентам, как «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Три мушкетера», Этуш известен еще и тем, что в годы Великой Отечественной участвовал в освобождении Кавказа, в том числе в боях за Курбские высоты. Эксклюзивное интервью с артистом смотрите сегодня на нашем канале в 19 часов. Около 100 экспонатов из Санкт-Петербургского музея восковых фигур и кунсткамеры Петра I представлены в Республиканском национальном музее. В России искусство изготовления восковых фигур зародилось именно при Петре Великом. В советское время оно было утрачено, и лишь в конце 80-х в Ленинграде его начали возрождать. Сегодня в коллекции музея восковых фигур около 3000 персонажей. В зависимости от сложности, на создание одной фигуры уходит от месяца до нескольких лет. Экспозиция в Национальном музее заинтересует зрителей разных возрастов, уверены организаторы. Немножко сказочных, мифических персонажей. Это исторические личности, это артисты. Собраны интересные экспонаты, такие как Ушаков, как Шекспир, Леонардо да Винчи, детская тематика, Человек-паук, там, Шрек, более известные мультики наших годов, это «Ну, погоди». Среди экспонатов кунсткамеры фигуры людей, которые пришли в этот мир не похожими на других. Здесь также наглядно представлены последствия увлечения алкоголем, табаком и наркотиками. Продлится выставка 2 месяца. Это была последняя информация. Я с вами прощаюсь. Желаю всем удачного дня.